Уже третью неделю в Даугавпилсе успешно работают летние лагеря, где сейчас отдыхают более 400 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы напоминает, в случае, если ваш ребенок какое-то время не посещал лагерь, можно вернуть деньги за его питание. Возврат предусмотрен в случаях, когда по каким-либо причинам участник лагеря отсутствовал один или несколько дней, и руководитель лагеря был об этом проинформирован своевременно, до 8 часов утра конкретного дня. За один пропущенный день в дневном лагере вернут 3,5 евро, а в круглосуточном 8 евро. Чтобы вернуть деньги за питание, родители не позже, чем через 10 рабочих дней после завершения лагеря, должны написать соответствующее заявление и подать его в инфоцентр Даугавпилсской городской думы по улице Кришьяна Валдемара 1, первый этаж. Бланк заявки можно найти на домашней странице молодежного отдела jaunatna.daugavpils.lv в разделе «Лагеря». Ребята пропускают лагеря по разным причинам. Бывают ситуации, когда причиной длительного отсутствия становятся семейные путешествия. Поэтому родители просят ответственно отнестись к планированию летнего отдыха и, резервируя путевку на июль или август, оценить, сможет ли ваш ребенок полноценно воспользоваться возможностью посещать лагерь и не будет ли она отнята у кого-то другого, оставшегося в списке ожидания. Дополнительную информацию о проведении лагерей, доступных местах и возврате денег можно получить по телефону 654-22-309. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.